Так, всем привет. Находимся мы в Бейкерсфилд, Калифорния. Petro Truck Stop. Хочу немного ознакомить вас с 730-м Volvo 2015 года. Я знаю, много уже рассказывали, наверное, на YouTube много роликов. Но, может быть, что-нибудь дополнительное узнаете от меня. Ну и так для себя, для как бы архива снимаю. Это у нас 2015 года Volvo. Брали его новым, то есть даже заказывали все там, разные детали, чтобы под свой вкус. Наверху у нас козырек. Чем он хорош, 730-й, он ниже, у него одна форточка, а 780-й, второй этаж, в общем, тут тоже есть вторая спальня, но она чуть ниже, и как бы второй этаж чуть ниже, и вот этот спойлер, он как бы в основном его ставят, чтобы сзади, когда грузы выше кабины, ну, экономить. Аэродинамика, короче, экономить соляру и сопротивление, в общем, при езде удобно. И еще для красоты накрывает его красиво, чтобы было как бы все ровно. Ну, преимущество то, что можно проезжать низкие мосты. Стандартная, по-моему, 13,2, а тут еще ниже, на 1 фит больше даже фита, 12. Так что он удобен тем, что он ниже. Да. Кстати, тут и спереди, и сзади стоят дисковые тормоза. Обычно на многих траках сзади барабаны. Ну, такие обычные. Так, разгрузился. Здесь в Бейкерсфилде был груз на первый груз на Юму, Аризона. Поезд на Юму знаете, наверное, с Расселом Кроу. Второй груз Сан-Диего. Чула-Виста, там граница с Мексикой, буквально километр. Ну, последний груз, арт-трак, был в Бейкерсфилд. Ну, это мои приспособления. Это, если что, если брать часы друг на друга, грузить ролики. Так. Ну, тут рампы, это козлы, маты. Эти вот, когда берешь машинери, ну, такие грузы, что надо накрывать тарпом, а тарп может порваться, вот это хорошая вещь. В общем, она еще устойчива, когда бросаешь, она не сползает. Ну, вот сюда вот рампа выставляется.